Всем доброго времени суток, с вами канал Artmania. Сегодня у нас видеообзор на Alpen Gold шоколадку, клубнично-йогуртовая начинка, молочный шоколад. Так вот она выглядит. Так, с этой стороны давайте посмотрим. Так, состав. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Здесь у нас 90 грамм. И давайте ее откроем. Так, сначала посмотрим, какая она должна быть. Она должна быть у нас вот такая. И внутри должна быть очень много клубничного йогурта, он должен быть нежно-розового цвета, да, как мы видим здесь на картинке. И внизу сама шоколадка. То есть начинки довольно много. А сейчас мы с вами это проверим. Покупаю я шоколадку именно, чтобы проверить. Ах, как она пахнет ароматно. Прям клубничкой пахнет. Так прям. И давайте посмотрим. Ну, как всегда, она здесь написана посередине «Улыбаясь», «Улыбнись», «Солнышко», да, там «Улыбка». То есть, ну, как все как обычно. Так. Смотрим пополам. Оп. Разламываем ее пополам. И сравниваем. Конечно же, опять же, все по-разному. Начинки, да, много. А где шоколад? Тут нарисовано, что вот шоколада достаточно много, то есть идет плитка шоколада сверху, этот вот клубничный йогурт, и сверху еще шоколад. Тут же на деле получается все совершенно другое. Ну, видите, все другое совсем. То есть внизу вот тут вот тоже должна быть целая плиточка шоколада, но ее нету. Здесь она нарисована есть, а на деле нет. Ну, как обычно все. Все как всегда. Здесь она, конечно, очень-очень маленькая, тоненькая, а там она потолще. Давайте ее попробуем. Клубника прямо отдает очень сильно. А, такое впечатление, как будто это клубника в шоколаде. Такая нежная, как пюре клубничное в шоколаде. Вот ощущение вот такое у меня. Ну, йогурт, да, там чувствуется немножечко йогурт. Шоколад, она прям сладкая, нежная, ароматная. Мягкая. А вот что мне нравится в Alpen Gold шоколадках, они всегда мягкие, нежные. Особенно если полежат в тепле, то это вообще самая нежнейшая, самая вкусная шоколадка в мире. Допустим, если щедрая Россия, она всегда жесткая. Ее всегда надо как-то жевать, жевать ее там кусками, она разламывается. А вот это вот, особенно в тепле, прям обалденно вкусно. Мне очень-очень нравится Alpen Gold. Я их прям очень полюбила. Очень нежные и в меру сладкие. То есть не приторные, как бывает иногда, а такие в меру сладкие. Советую, ее можно подарить. Ну, как бы да, она отличается от этикетки. Ну, они все, в принципе, отличаются, но хотя бы там много начинки. Не чуть-чуть совсем, как бывает иногда. И, кстати, она по цвету различается. Там нежно-розовая, да, а тут какая-то белая, бежевая даже. Я думаю, можно эту шоколадку подарить кому-то, будет очень приятно. Я думаю, человеку такой ароматный вкус, тем более с клубничкой. Многие девушки любят шоколадки с клубничкой. Будет очень приятно. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Artmania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно пишите в комментарии, какую шоколадку вы больше всего любите из серии Alpen Gold. Какая вам больше всего нравится, на какую вы хотите видеообзор. Я обязательно рассмотрю ваше предложение. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, гуляем, путешествуем. Обзоры на другие продукты, продукты из фикс-прайса, смотрите. И также обзоры на технику, которая продолжает появляться.
и вас радовать. И всем пока-пока!